Дорогие россияне, с вами я, Битарша71, поэт, философ и музыкант. Этот год был не очень. Следующий год, возможно, будет таким же, а может быть даже и хуже. Тем не менее, я советую вам не унывать. И в эту прекрасную новогоднюю ночь, вместо того, чтобы нажраться как последняя скотина, составить список целей на этот год. Эти цели лично я запишу прямо сюда, на этом листке, чтобы, если что, я мог сам перед собой отчитаться, выполнил ли я это, добился ли я этого или нет. То же самое можете сделать и вы. Написать комментарий о том, что вам нужно завершить, чего вам нужно достичь к 2020 году. Мои цели пока что небольшие. Первая моя цель, записываю при вас, это выучить таки, наконец-таки, английский до уровня Upper Intermediate. Вот пишу, цель 1. Выучить англ до Upper Intermediate. И по цели, что мне для этого нужно сделать. Значит, пусть будет такая черточка. Значит, заточить рабочие тетради cutting edge. Заточить рабочие тетради cutting edge. Следующий подпункт. Заточить книжки Раймонда Мёрфи. Значит, заточить essential, как он пишется, я вот не помню, как essential пишется, пусть будет так, essential grammar in use плюс English grammar in use, потому что я никак не могу их закончить. Следующее, увеличить доход. Ну, хотя бы на 50%. Значит, увеличить доход хотя бы на 50%. Немножко затупил. Значит, исправил вот эту черточку внизу на цифру 2. Потому что все-таки это уже другая тема. И, наверное, третье. Камеру, значит, третье. Это получить сертификат на EFSET, на понимание английского языка, значит. Получить. Не вижу, где я пишу. Так, получить сертификат EFSET уровня Upper Intermediate или Advanced. Вот, значит, ну, на этом, я думаю, все, потому что все остальное я не потяну. Вот, то же самое попытайтесь сделать и вы. Поставьте для себя некоторые цели, и через год вы можете посмотреть, что вы выполнили, а что так и осталось в мечтах и планах. На этом все. С вами был Битарша71, поэт, философ и музыкант. Спасибо за внимание. Пока.